Приветствуем вас на канале о системах безопасности. Меня зовут Дима. Теперь в модельном ряду клавиатур 602 серии есть и клавиатура уличного исполнения AK603W. Это автономное устройство, совмещающее в себе контроллер, считыватель бесконтактных карт и кодовую клавиатуру. Видеообзоры клавиатуры AK602 можно посмотреть по ссылке в описании. А теперь подробнее о новинке. Клавиатуру AK603 можно использовать как автономный контроллер, так и считыватель для внешнего контроллера. Устройство поддерживает память на 2000 пользователей. Доступ в помещение предоставляется только по карте, по карте и коду, или по карте, или коду. Настройка устройства, добавление пользователей происходит с кодовой клавиатуры AK603W со встроенным считывателем карт MiFire. Корпус выполнен из нержавеющей стали, плата залита компаундом, класс защиты IP68. Устройство можно эксплуатировать при температурах от минус 45 до 60 градусов по Цельсию. То есть она создана для установки на улице. На ваш взгляд, где можно установить такую клавиатуру? Пишите в комментариях. Заказ можно оформить у вашего менеджера. Спасибо за внимание, до новых встреч!